Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Мы тут летаем сейчас в динамике Ускона вместе с дельтапланом. Смотрите, какой красивый дельтапланчик вон он. Так, и задача текущего ролика будет, я вам покажу, как мой ученик Михаил будет сейчас очень красиво выпаривать с высоты 1200 метров, куда я его сейчас просажу с помощью интерцепторов. Дальше дельтапланериста. Вот, у нас сейчас текущая высота 1500 метров. Это много. Нам столько не надо. Точнее, тут летать вообще никаких проблем. Видите, склон работает. Летай сколько угодно. Но ну, мне хочется создать сложности. Да, Миша? Тебе хочется, чтобы я тебе создал сложности? Давай. Давай, вот видите. Давай. Миша хочет. Вот, сейчас я подлечу под дельтаплан, чуть-чуть покажу вам дельтаплан, и после этого выпущу воздушные тормоза, чтобы спуститься метров на 300. Так, дельтик отворачивает. Вот, смотрите, какой, оп, такой птеродактиль, вот он. О, какой красивый у него, красненький такой дельтапланчик. Так, ну что, Миша, бери управление, держу скорость 120, вот смотрите, что я Мише делаю. Как я над ним издеваюсь. 120 продолжаю удерживать. Отворачиваю в долину градусов на 20. Вот. И сейчас мы сбросим с интерцепторами. Миша может разворачиваться, я разрешаю. И тебе не дусав. Давай, правый 45 градусов поворот. С интерцепторами спокойно можно разворачиваться. Главное просто держать скорость. И все. Так, отходим от склона. Вот, сбросили 100 метров. Хорошо, левый поворот 90 градусов тоже с интерцепторами. С интерцепторами планер, если задрать нос, потеряет скорость не за 3 секунды, допустим, а за 1. Именно поэтому запрещают с интерцепторами разворачиваться на 4-м развороте, чтобы студент, сделав ошибку, не сорвался в штопор. То есть планер срывается в штопор не из-за того, что у него интерцепторы выпущены, они всего лишь на 2-3 км в час скорость увеличивают срыва, а из-за того, что при поднятом носе скорость тает значительно быстрее. Ну вот у нас, смотрите, 1200 метров. Оп, все. Давай, Миш, прижимайся от склона, начинай выпаривать. Я буду комментировать ошибки, которые Миша будет если делать. Ну, посмотрите, в принципе, как это упражнение выглядит. Вот, удаление каждый держит, которое, ну, скажем так, какое нравится с одной стороны, с другой стороны, безопасное. То есть, тут Миша выбирает между тем, ну, то есть если будешь далеко от склона летать, не выпаришь. Вот у меня еще 100 метров есть, со 1100 я выпарил. Поэтому я оставляю такую высоту, чтобы вот если Миша сейчас 100 метров растеряет, то я помогу ему, выпарим и повторим это упражнение. Миша, туда дальше не надо, этот склон не работает, надо было разворачиваться раньше. Ну, вот Миша забыл точку разворота, которая была... Ты решил проверить? Ну да. Смотри, у тебя вираж затянутый, скорость растет, вот смотрите, вот видите. Миша на вираже разогнал планер до 140, и вот смотрите, как мы далеко от склона отошли. Вот это ошибка классическая. Почему планер разгоняется в развороте, опускает нос? Ну, потому что действует перегрузка. Поближе, поближе, Миш, поближе. За скоростью следи, не надо тебе 130. 120. Оттримируй планер так, чтобы он летел при брошенной ручке на 120. Все будет у тебя тогда замечательно. Вот сейчас скорость корректная вот у Миши. 120, как мне не нравится. Почему 120? Я бы мог летать 110, но 120 такой некий запас, что если Миша ошибется в сторону меньшей скорости, я успею вмешаться, по крайней мере. Ну, сейчас он идет на корректном удалении по склону. Сейчас должен вроде как довернуть вправо, да, сопровождать планер дугой такой, оп. Вот, облизывает склон красиво. И я вижу, что он набирает высоту потихонечку. Он набрал уже 28 метров. Мы на 1200 были, уже 1236. То есть процесс идет, и если Миша будет столь аккуратен, и птички какие-то по лесу летают, и бабочки, и бабочки, бабочку я не видел. Вот сейчас, видите, закрытая конфигурация склон, но Миша нормально сейчас раньше времени не развернется. Ну, чуть-чуть рановато, я на секунды 3 попозже, но это и он же летит, я так комментирую, ворчу. Вообще, самое веселое в инструкторской работе – это ворчать. Вы понимаете, что никогда студент не делает что-то идеально, всегда найдется повод поворчать. Поэтому, если у тебя, например, плохое ворчливое настроение, то ты можешь уворчаться вообще.
Вот дельтаплан, который с нами летал, видите, высоко. Смотрим. Да, вот сейчас до елочек долетим, Миша, там будет точка разворота. Дальше склон загибается и будет уже неэффективно. Миша, скорость. Чуть больше вот сейчас. Вот, все, разворот, поехали. Так, мы разворачиваемся опять в сторону склона. Тык-тык-тык, смотрим, Миша на развороте сейчас со скоростью все хорошо сделал. А нитка внутрь смотрела, педалю помог избыточно. Ну вот, такие мелкие ошибочки. Они шлифуются постепенно и, исправляются. То есть, так вот начинаешь у склона летать, сначала все плохо, потом лучше-лучше, потом еще лучше. И дальше глядишь, все получается. Ну, пока вот попали в какую-то зону нисходящую, растеряли 20 метров высоты, пока у нас выигрыш всего лишь 40 метров. Ничего, не ходи до начала, я думаю, что так вот, вы можете болеть за Мишу. Миша, давай! А Миша дает. Я покажу его сейчас сосредоточенное лицо. Не отвлекайся, летай. Вот он. Видите, даже сразу набирать лучше стал. Вот как он старается. Может быть, даже язык не знал от старания. Я, кстати, могу вам сказать, что я иногда высовываю язык, когда сложный поток, такой какой-нибудь такой вот, ух, сложный-присложный, я делаю так, ну, как-то так. Типа, еще языком помочь. Вот. Бывает и такое в инструкторской работе. Так, скорость, 110, Миш, аккуратнее будь, 110 уже для такой высоты, то есть ты можешь 110 летать, если ты чуть повыше, а когда ты пониже, 110 быть не должно, потому что эти деревья щекочут мою задницу. И сейчас смотри, видишь, склон загибается впереди, да? Сейчас прижмешься к склону, нет, левее, как бы на склон зайдешь. И выйдешь над рельефом, и оттуда начнешь разворот. В этом случае тебя после разворота не вынесет из динамика. Убирай крен. Сейчас по прямой. Еще, пусть немножечко тебя вот так занесет. И вот сейчас начинай разворот. Это вот очень хороший прием здесь. На понижение рельефа выйти над рельефом. И тогда ты на развороте далеко от склона не отойдешь. Ну, вот сейчас со скоростью у тебя на разводе очень хорошо, с ниткой тоже хорошо. Все, я доволен. Можешь считать, что... Вот это первый разворот, которым я доволен. Скорость не гони, только 110, ой, 120. И чуть поближе к склону все-таки. Ну что у нас? 1290 метров. 100 метров Миша уже набрал. И я думаю, что в перспективе все будет хорошо. Подъем послабее стал, я не знаю, с чем это связано. То есть предыдущую, только что мы недавно тут летали, я набирался скорость метров в секунду. Я не сказал бы, что я летал намного... Там лучше Миши, то есть высоту он держит корректную, скорость держит ровненько, скользит, не скользит. То есть вот сейчас все как должно быть. Вот видите, как он крадется у склона. Вот сейчас облизывает ложечку Миш впереди, видите, тут такая ложечка в склоне. Вот сейчас вправо, да, на склон, доворачивай еще. Смелее, я с тобой. Хорошо, и сейчас дугу влево начнешь делать. Вот, такие кулуары, на самом деле, пилоты боятся залетать, ну, в общем-то, оно оправдано. Но небольшие кулуарочки стоит облизывать, потому что они дают энергию. Ну, вот смотрите, какой хороший проходик уже. 1334 метра, то есть 130 метров мы набрали. Вон, почти догоняем дельтик. Видите, поршун. Поршуном летает. Вот Миша, красавчик. Вот смотрите, как красиво съел вкусняшечку. Вот это вот прям называется вкусняшечка, когда вот так вот пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. И под хвост тоже так, знаете, так плотненько так дало. Пук! Какой-то поточек сошел. Миш, приготовься к развороту. Сейчас до елочек долетаем. И над елочками развороты. Там начинает склон загибаться. Вот сейчас начинаем. Поехали. Склон, видите, загибается, и там западная составляющая больше работает, юго-западный ветер. А сейчас ветер вообще юго-восточный, поэтому мы стараемся немножечко раньше разворачиваться, потому что уже вот этот кусок склона работает посредственно. Ну, работает, но вот не так, как хотелось бы. Дельтик там какой-то поточек обкручивает явно, может, какой-то пузырь. Вот тот пузырь, как раз, который мы проходили, когда нас сладенько потянуло вверх, вот. Этот пузырь дельтики обрабатывает. Вот он змей. Вот он коршун. Вот. А Миша, смотрите, уже выбрал практически... Прижимайся к склону, Миша. Левый вираж. Ага.
Вот, видите, как здесь хорошо тянет. В этом как раз дельтик вылезает. Все, Миша уже практически добрал до верхушки рельефа. Птичка ему какая-то пролетает. Сейчас ему будет значительно легче. Здесь склон становится более таким отвесным. И на Мишу сейчас работает, если внизу он использовал только воздух, который до середины склона отрывается прогретый, то здесь сейчас у нас ветер дует, но ветер, посмотрите, 17 км в час, он очень слабый. Планер в таком, ну, крайне редко выпаривает. То есть сейчас не столько ветер работает, сколько еще и нагрев. То есть ветер вместе с нагревом. Ну, и поэтому, когда он еще был ниже, то работала половина склона, а сейчас работает весь склон. Видите, как он смело летит рядом с антеннами, прям молодец. Вот. Видите, как я его на свою голову научил. Даже ворчать невозможно. Представляете, вот хочется поворчать, а не получается. Ну как? Сейчас перехвалю, сейчас накосячит, буду ворчать. Миша, вперед еще. Ты помнишь, вот на понижении будешь разворачиваться? Еще немножечко, еще сейчас чуть-чуть левее, да. Помнишь? И скоро сейчас брось перед разворотом. Что-то 120 было. Проклятый коронавирус. Так, разворот. Вот видите, какая золотая осень. Какую золотую осень Миша разворачивается. Видите? Красота неимоверная. Ва! Кстати, на самом деле получше стало видно. Я думаю, не записать ли нам второй раз видео с под музыку, с гулянием по склону. Сейчас подумаем над этим. Ну вот, друзья, я думаю, что на этой оптимистичной ноте, ну вот смотрите, 1400, вот сейчас будет 1400-1500. Все. Вот, Миша задачу выполнил. Можем его похлопать. Эй, конь-огонь. Все. Ну и вот так выглядит упражнение. Сброс высоты на интерцепторах, и потом ученик вот так вот поднимается снизу. Вот эту высоту, с которой он поднимается, каждый раз я подбираю, ну, исходя из условий, какие есть. Это отличное упражнение на отработку поворотов, разворотов и прочего. Ну и представляете, да, вот как удобно учить вот здесь, в горах, на равнине, если погода... Ну, сейчас вот я бы не сказал, что какая-то особенная погода, то есть термички нет, есть ветер, и за счет него мы летаем. Но вот если бы не было склонов, то нужно было подняться на самолете, там на 1200 метров отцепиться и дальше летать, делать какие-то развороты. Там скорость держать, еще что-то. Приземлиться, потом опять 1200 метров. Это а деньги, б время. Ну и, как правило, так не натаскаешься. А сейчас мы вот взлетели, присосались к этому склону. Я вот это упражнение по пилотированию могу оттачивать, ну, часа 2-3 с учеником, пока ему не надоест. Ну, больше 2 часов, наверное, и смысла нет, потому что уже шалеешь от этих разворотов. Ну вот так часик-полтора-два погулять, потом поменять склон, перелететь на следующий. В этом огромный плюс горных полетов. Ну, я гор обожаю. Миша, разворачивайся, склон поворачивай. Склон уже заворачивается. Поворачивается, заворачивается, видите, уже заговаривайся. Все, до новых встреч, друзья. Пишите, что вам хорошего снять. Будем стараться. Ривар.